Всем привет, ребятушки, милые купатушки. Я сегодня встретился вот с таким вот замечательным стримером Александр Семакин. Привет, Саша. Всем привет, ребят. И в этом видео мы хотим показать гостинцы, да? Да, из пара продукты. Продукты из пара. Саша вот привез. Давайте покажем. Два больших пакета. Да, сейчас по очереди. Да. Так, это что у нас? Барни, да? Вот. Да, это вкусные мишки, мне они очень нравятся. Там внутри джем, ванили и клубники вкус. Да, Саш, вот так. Ага. Так, это Биг Бон. Это по классике. Лапшица. Круто вообще. Вот такая вот. Чай. Так, чай. Кстати, Тесс мой любимый. Со вкусом пинаколада взял. Надо же, в пирамидку взял. Они дорогие пирамидки. Здорово. Ну, такое я еще ни разу, кстати, не пробовал. Ну, попробуешь как раз. Там с чайком. Это тоже лапша, она вовсе привезенная, импортная. Должна быть достаточно вкусная. Прям можно сделать отдельный обзор на нее. Она интересного вкуса. Это не вкусная, она острая? Она остренькая. Острая. И ты вроде к острому нормально относишься. Да, я хорошо отношусь. Вот, но она там. Но если прям будет не втерпешь, то. Вау, это что такое у нас? Это копченая свинина. Вау, ничего себе, копченая там свинина. Там написано, да. Картадор бекон, бекон. Бекон. Вообще, впервые такую вижу, слышу. Я не пробовал ни разу, но выглядит вкусно. Да, что-то вкусное, да. Рублевские докторские сосиски. Вообще, вау. Рублевские. Блядь, такой все дорогой ты купил. Тут и нету каждого дня, тут нету красной цены. Вот видите, ребята, реально. Престижная, престижная. Да, вот это действительно для меня во всяком случае все. Ну, будешь кушать, это на видосы, чтоб ты снимал. Паштет печеночный, да. Обожаю, со сливочным маслицем. Такой, да, он вроде говяжий. Гостовский. С ключом. Да, просрочки нету, если что. Да. Все свежее. Так, а это что такое? Это камбуча. Пробовал хоть раз когда-нибудь? Не, вообще впервые слышу такое. Это, в общем, чайный гриб. Безалкогольный. Безалкогольный чайный гриб со вкусом малины. Он мне в обычном состоянии особо нравится, например. А с малиной он достаточно приятненький. Такой, он немного газированный, как лимонадик скорее. Ну попробуй, что же оценишь. Да, интересно. Слушай, на вкус аромат, как вот, Руслан вот так вот, говорит. Ребята, интересно. Так, это коробка вафли. Обожаю вафли. Мне вот они нравятся. Тоже неплохие такие. Так, это... Это кому интересно? Что это такое? Я не понял, а что это такое? Смотрите, ребята, что мне подарили. Это я не знаю, кому это? Я не знаю. Было что-то и залетело в этот. Бля, я не знаю. Я не понял вообще ничего. Может, у меня глюки, блин? Ну, ничего, ладно, сестра. Ничего страшного, ничего. Пусть всегда пригодятся. Сгодится, да. Да. Так, чупа-чупс. Это лимонадик. Нифига себе. Вкус, это вроде виноград черный. Здорово. Я думаю, тоже не пробовал. Попробуешь? Конечно, попробую. Еще должен видео. Быть нормально. Еще... Ой, да, я тут столько работаю, да. Еще видео есть записывать. Да, это тебе на будущее, на видео там. Это надолго я растяну, да. О, видео сколько напишу. Да. Так, это горбуша, ребят, смотрите. Горбуша, ты любишь консервированные всякие вот эти вот штуки. Обожаю, просто обожаю. На всякий случай сгодится, она. Бонус там большой у них. Так, это Стражей Скитлс. Здорово. 100 лет, кстати, не пробовал. Наверное, последний раз в детстве только, в далеком. Еще люблю МНД. Да, мне нравится МНД с орешками. С орешками. Желтые. Это манго. Манго. Вот, по скидочке взял. Я вроде выбрал, который красненький немножко. Он должно быть спелое. Да, я чувствую такое оно. Должно быть нормально. Должно быть спелое, да. Да. Фрукт, здорово. Так скажем. Это на завтрак. Ой. Если любишь, не любишь, потому что не все любят мюсли. Мюсли, но там внутри такие крапинки. Люблю, конечно. Я все люблю. Малина. С молочком, да, с малина там ежевика. Малина, ежевика. А вообще у них разные вкусы. Тут банан, орех. Ну, разные, короче.
это надо обязательно попробовать и снять видео. Да, с утреца там, с молочком, там, полезно самое главное. Так, а это что такое, лепешка? Это хлеб. Хлеб кукурузный с сыром, еще есть 300 граммов, здорово. Такой хлеб из Спара. Они, кстати, там у них своя пекарня. Они да, там... мне нравится хлеб там в Спаре. У нас в Саранске тоже спаров очень много, и в Москве вот они. Даже у вас там есть? Да, у нас где-то 4, наверное, спара в городе. Офига себе. У них пицца еще вкусная. Пицца, да, я смотрел обзор такой недавно. Офигеть, вот это вот... а это что такое? Коньяк армянский, офигеть. А там внутри еще сюрприз. Да, внутри сюрприз. Можешь открыть, посмотреть, офигеть. Показать. Офигеть, такая упаковка красивая. Пипец. Должен быть хороший. Но я не пробовал, я коньяк просто не люблю. Армянский. А ты смотрел, пьешь коньяк. Да. Все-таки баррел покупаешь. Даже не коньяк, а эти, ну, бренди. Бренди, да. Коньяк, да. То он лучше. Открой, посмотри, там подарок от подписчицы. Можешь вынуть как раз бутылку, и там внутри фотокарточка, так сказать. Вот такой коньяк, ребят, смотрите, вообще здорово. Просто супер. Тоже продегустируешь там, когда в жоре заходишь. 2013. Да, да, это все буду обязательно. Да, и там внутри, потом если что соберем, да. Там внутри, вот, это от Лины. Она Слушай, тебя нарисовала. Как-то она так смогла. Офигеть, ну, похож. Здорово, вообще вылитый. Да. Офигеть, Сергею Резнику. Да. Огромное спасибо. Кто? Лина. Лина? Лина, да. Лина, Линочка, огромное тебе спасибо. А солнышко ясное, вообще здорово, ты так красиво меня нарисовала. Вообще прям один в один, можно сказать. Здорово. Спасибо тебе огромное. Привет тебе от меня, от московского обзорщика, от Сереги Резникова. Благо, здравия, радости, удачи, крепкого здоровья, чистого мирного неба над головой. А счастья тебе, побольше денег, семейной гармонии, чтобы у тебя все было отлично, и чтобы твои все самые заветные мечты непременно в этом году сбылись. Спасибо тебе, Лина. Здорово. Да, у нее муж рокер, вот, поэтому... Рокер? Да, рокер. Круто. Рокер такой. Вот. Спасибо огромное. Это потом можно сложить, если что. Да. Че, ну, а я сложу, ты пока второй можешь пакет взять. Там еще второй пакет. Так, и вот это надо убрать. Это я тоже сюда положу, да. Только. Да. Все, это такая память. Так, первый пакет мы уже показали. Я, Саша, уберешься, да? Да, я уберу. Так, переходим ко второму. Сколько там у нас? 7 минут. А, 7 минут только идет? Да. Да, нормально еще достаточно. А то я думаю, уже может. Так, вот второй пакетик. Так, вон. Чипсы. Креветка в белом вине. Офигеть, я даже такие чипсы ни разу не слышал. Вкусные. Это ты все в Спаре, да, покупал? В Спаре, все в Спаре. Че там покупал? Сегодня с утра сходил, закупился, чтобы здорово. Порадовать, так скажем, ради встречи, за встречу. Вообще. А он может даже... Да, я вот сюда вот, ага. Да, это... Мини-круассаны, ой, блин, я как с чайком. Где-то несколько месяцев назад ел, обожаю. Мне просто. Нравится с вишней, я взял с вишней. С вишней. Ты вот как раз пирожок в Макдаке это взял. Черешня. Ну, черешня, вишня, да, да. Здорово, да. Вообще. Круассаны обожаю. А маленькие мне больше нравятся, потому что там начинки больше, мне кажется, больших, ну, соотношений. Я тоже чайку. Эти кексики морковные с грецкими орехами, нифига себе. Офигеть. Надо срочно будет попробовать продегустировать. Блин, сколько здесь видео ты запишешь, офигеть. Ну вот, на перспективу, так скажем, дальнейшую, чтобы радовал контентом, ребята. Да. Это немного упало, ну, ничего страшного, а можешь перевернуть. А вы все ругаете Александра Семакина. Вот человек вообще белый, светлый, души, вообще, я не знаю, просто вот такой вот добрый. Это человек. Перевернуть, вот, они немного помягче, но они ничего вкусные. Страшного. Это лучше сегодня съесть. Синнабон с корицей. Да, мне нравится, там они очень сочные такие. Но это лучше сегодня съесть, чтобы не испортить. Да, это к чаю. Да, такая чайком вот. Вечером скушать, может, видео там записать, как по настроению. А, папа может, папа может, папа может все что угодно. Папа может все что угодно. Только папа мамы не может быть. А настоящий папа, он вам с легкостью маму заменит. Поэтому вообще это здорово. Кстати, моя одна из самых моих любимых. Ну, бульон, угадал, значит. Колбас. Угадал. Останкино, да. Здорово. Здорово. Так, вот можно повесить наш. А, нет, не, наверное, не будет. Она тяжеленькая. Тяжеленькая получила. Так, Гротфуд, тушеная свинина.
Кстати, слышал про эту марку, хорошие говорят. Я не пробовал, но увидел, взял вроде. Вообще ну, здорово. Ну, как раз задегустируешь. Здорово. Ребята, тушеная свинина. Вообще просто балдеж. Просто балдеж. О, ты даже Иваси купил. По классике. Блин, откуда ты знаешь? Это моя любимая. Я же ее смотрю. Они сейчас такие дорогие вообще, за 100 с лишним рублей. Ну вот. Вообще, я раньше покупал, когда они не особо дорого стоили, по скидкам в основном. А когда... Доброфлот, все прям как... Это, кстати, самый хороший. Как доктор прописал. Они даже не булькают. Да. Это значит, там битком это рыба, и вообще просто вот такая консерва, эти самые, наверное, одни из самых лучших. Это точно я вам говорю. Спасибо, Саша, огромное. Это вообще дорогого стоит, дорогого стоит. Так, рыбное дело, тунец в масле. Кстати, можно какой-нибудь салатик сделать. Да. Рыбный, да. С ключиком. Здорово. Филе кусочки. Так, лукашинские закуски. Икра кабачковая. Обожаю икру кабачковую. Я еще баклажановую люблю. Здорово. Главное, в стекле взял. Не как к нему там банка железный. В стекле это вообще шик. Ее видно, потому что... На обжоры, так скажем. Да. Чтобы ребят радовались. Спасибо. Здорово. Горошек зеленый. Деревня. Подновье. Горошек зеленый. Гостовский. Балдюаш. Здорово вообще. Просто. Просто здорово. Все, да? Все. И это все стоит вообще, блин, ребята, вот таких вот огромных денег. Ну, ребят собирали. Огромных денег стоит. Может, их поблагодарить, наверное, надо, а не меня, потому что все-таки они собирали. Я так чисто посредник, который купил просто из продукта. Да. Уважаемые подписчики. Все за ваши деньги. Уважаемые подписчики, и мои фанаты, и донатеры, и Сашины, вот Александра Семакина, зрители, подписчики. Кто помогал собирать вот на эти продукты, да, там денежку, да, там, да, донатики. Вот. Саша все купил, все привез, все как надо, даже слишком много он тут всего понабрал, накормил меня, еще и во вкусную точку сводил. На перспективу, чтобы обжоры делать. Ребята ждут просто каждый день, да, всем, чтобы побольше видео было на разные интересные всем штуки. И каждому огромное человеческое спасибо, респект и уважуха. И еще раз спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно, дорогого стоит, ребята. Саша вот такой вот человек вообще. Всем спасибо, ребят. Приехал вовремя, как договорились вообще. Все отлично. Не опоздал. Не опоздал. Ну, там чуть-чуть, на пару минут. Все отлично. Ничего страшного. Да, ну еще что-нибудь можешь от тебя там сказать? Конечно, напоследок там. Всех благодарю, ребята, что посмотрели видео. Подписывайтесь на наши каналы, так скажем. Поменьше срейтеров нам. Пишите лайки. Пишите лайки. Да, пишите. Не ставьте, а пишите. Да. Пишите лайки, ставьте комментарии. Да. Вот. Увидимся на трансляциях и на видео у Сергея. Александр вот Семакин, он в жизни совершенно другой человек. Добрый, адекватный, вообще, я не знаю, коммуникабельный, отличный. Мне очень нравится все. Спасибо. И Николаю тоже можешь что-нибудь сказать. Спасибо всем, кто смотрит видео, пишет лайки, ставит комментарии. Будем рады, если вам понравится это видео, и будем снимать еще. Да, я рад. Надеюсь, еще встретимся. Да, я рад этой встрече. А лучше летом, конечно, встречаться, чтобы было прям на улице, чтобы что-нибудь записать, что-нибудь покушать такого интересного. Да, видите, сколько всего. Это я еще пакет вот немножко положил. Консолушка, да, по скриптам такой. Вот столько всего, вообще офигеть можно. Сейчас будем все это убирать. Да. Все, ребята, всем здоровья, всем удачи, спасибо за просмотр.